Вот этот лес находится в 200 километрах отсюда. Между прочим, то еще местечко. Типа сонной лощины. Местные его не любят, но я бы завтра туда мотанулся. Сделал бы рассветные фото. В легенде говорится о камнях власти, с помощью которых жрецы управляли белым воинством. Это же оружие. Увеличили мощность заряда в 3 раза, соответственно, увеличилась зона поражения. В результате в районе взрыва оказались случайные люди. К нам пришла ориентировка. У нас в районе скрывается особо опасный преступник. Сейчас оба в розыске. И обоих полиция подозревает в серии убийств. Вы слышите обрывки мыслей какого-то человека? Да, вот именно. Иногда мне кажется, что все из-за этого чертова камня. Но они же могут и не догадываться о том, что попало им в руки. Сначала убей ее. Я не хочу никого убивать. Я приказываю тебе. Слышишь? Приказываю. Не делай этого, сын! Делай! Я не могу. Я тебе приказываю. Человек завладел головой парня. Ему нравится убивать. Да что ж ты ему не скажешь, дорогой парень? Убивать нехорошо. А ты думаешь, я не пытался? Но вот почему-то вот он может влиять на его сознание, а я нет. Запомни, он мой. Ты слышишь меня? Он будет подчиняться только моим приказам. Если ты еще раз попробуешь помешать нам, я тебя уничтожу, я не шучу, поверь.